Здравствуйте. На космодроме Байконур начали подготовку ракеты-носителя «Союз» для пилотируемого полета в сентябре этого года. Для командира экипажа Олега Котова осенний старт будет третьим в его биографии. Бортинженер Сергей Рязанский отправится на орбиту впервые. На МКС космонавтов ждет серьезная работа – освоение лабораторного модуля «Наука». Куча работы. Это самое интересное, когда есть что делать. Когда новый модуль, когда новая аппаратура, много выходов. Для космонавта это тоже счастье. Принять его, привести в строй, это было бы здорово. На стройку века, космодром «Восточный», приехали первые студенческие отряды из Центральной России и Дальнего Востока. Здесь же будет построен и крупнейший в стране наукоград. Сегодня студентам доверили возведение самого главного объекта космодрома – стартовой площадки для ракет-носителей «Союз-2». Июль 2013 года. Благовещенск. Площадь Победы. На стройку 21 века, как и 40 лет назад, отправляется сводный студенческий отряд. Новое поколение стройотрядовцев ждет теперь не Байкало-Амурская магистраль, космодром «Восточный». Летний трудовой семестр. Не только романтика. И хотя у каждого своя причина поехать на Восточный, значимость космодрома для региона и страны эти ребята понимают правильно. Это стройка всероссийского масштаба и даже мирового. И потом, мне кажется, за всю жизнь можно будет что-то рассказать своим детям, может быть, даже внукам. И какие-то воспоминания, которые останутся у меня не на один месяц, не на один год. То, что ты вот расскажешь, я строил космодром. Пару лет назад здесь были только колышки. Сегодня от федеральной трассы к космодрому проложена дорога. Пока грунтовая, временная, для строителей. Возведенный буквально за год монтажно-испытательный корпус будущего космодрома, где будут готовить к старту ракеты и космические аппараты. Почти готов и командный пункт. В отличие от Байконура, здесь нет подземных бункеров. Стартовать отсюда будут экологически чистые и надежные ракеты. Свободно это будет космодром завтрашнего дня. Перспективные вещи отрабатываться, начиная ракеты, аппараты. То, что, будем говорить, так нельзя сделать на Байконуре. Будущим инженерам доверили возводить сердце космодрома – стартовый комплекс для космических кораблей «Союз-2». «Союз-2» – трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. Строится в Самаре, в ракетно-космическом центре ЦСКБ «Прогресс». Ракета не наносит ущерба экологии. В качестве топлива используется керосин и жидкий кислород. Стартовые площадки ракет «Союз-2» построены на космодромах Байконур, Плесецк и в Гвианском космическом центре. «Союз-2» в зависимости от модификации может вывести на орбиту от 3 до 10 тонн полезного груза. Первый старт ракеты состоялся в ноябре 2004 года с космодрома Плесецк. Сегодня здесь основная работа. Заливается многоуровневый сверхпрочный фундамент. Технология отработана годами, но для будущих специалистов она в новинку. На данный момент на участке у нас работает 200 человек. Непосредственно наша задача стартового стола, то есть на каждой позиции свои сроки. Ну, стартовый стол, как говорят, должны к 2015-му построить. Самый большой отряд направил Московский государственный строительный институт. На Восточном работают студенты из Хабаровска и, конечно, Благовещенска. Ребята молодые, здоровые, рвутся в бой, грамотные. То есть с приходом их у нас практически раза в два, наверное, производительность повысилась. Хотя как бы вроде не умеют, но схватывают быстро на лету. Раз показал, все делают. Впервые к строительству Восточного будущих специалистов привлекли в прошлом году. Опыт оказался удачным. Выигрыши и студенты, которые получают необходимые навыки, и подрядчики стройки века, решившие проблему нехватки рабочих рук. Как без молодежи может быть привлекательный космодром? Как может быть будущее без молодежи? Значит, очень приятно то, что эта мысль и просьба поддержала полностью, и заказчик Роскосмос, и, конечно, генподрядчик. Палатки остались в прошлом веке. Живут строители космодрома в комфортабельных вагончиках. По 4 человека. В комнатах, похожих на купе. Все хорошо, вон даже интернет есть. Можно посидеть, где нужно, в свободное время. Первый национальный гражданский космодром возводится рядом с бывшим гарнизоном Углегорск. Недалеко от города Свободный. До 90-х здесь на боевом дежурстве стояли грозные межконтинентальные баллистические ракеты РС-10. После сокращения вооружений
с берегов реки Зея запускали гражданские спутники. Многое для будущих космических запусков уже создано природой. Амурская область – сейсмобезопасная зона. 300 дней в году здесь солнечная погода. Новые ракеты будут экологичными и не нанесут вреда дальневосточной тайге. Топливо, используемое в этом ракетоносителе, будет экологически чистое. Поэтому районы падения, которые мы будем отводить, согласование с местными органами власти, с экологами, будет происходить в более спокойном режиме и не вызовет тех импульсных реакций, которые сегодня иногда это вызывает. Космодром «Восточный» — не только стартовый комплекс, но жилая и техническая зона. Мощнейшая инфраструктура для тех, кто будет здесь работать. Кроме того, Академгородок, базы подготовки для космонавтов и космических туристов. И новый «Наукоград», который назовут именем основоположника русского космизма Циолковского. Здесь будут жить до 40 тысяч человек. Для меня лично, конечно, хочется гордиться тем, что в России есть такой комплекс, такой космодром, который отвечает всем требованиям, и он будет лучшим для меня. Может быть, мы сможем сами полететь в космос? Раз такой объект строится, под него делается инфраструктура. Построилась инфраструктура, развивается данный регион. Лично для меня это гордость. Это гордость за мою страну, я патриот своей страны, я хочу работать в этой стране, я хочу вкладывать в эту страну усилия, и я хочу, чтобы эта страна, как говорится, развивалась, вот, и чтобы моим детям досталась хорошая страна. Я хочу им передать вот эту вот страну. Вот, что для меня космодром «Восточный». Британские ученые намерены активизировать поиски во Вселенной братьев по разуму. Для этого они хотят привлечь дельфинов и китов. Дело в том, что морские животные общаются с помощью ультразвука, который, возможно, поймут инопланетяне. Надо только найти лингвиста, способного перевести язык дельфинов и китов на человеческий. Вот с этим как раз и проблема. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи.